Ваш высокий профессионализм в сочетании с обаянием и женской красотой позволяет вам справляться с делом, которое по плечу далеко не каждому представителю мужской половины человечества. От имени всех коллег, от себя лично, Гусейна Миасаровна, мы искренне поздравляем вас с юбилейной датой, с днем вашего рождения, крепкого здоровья вам и благополучия. Цветы, подарки и, самое главное, приятные слова получила сегодня в свой юбилей Галсерин Ямалеева, начальник управления соцзащиты Нижнекамска. И если руководители города знают ее как профессионала своего дела, то родной коллектив ценит как отзывчивую и понимающую женщину. Поздравляем вас с рождением, юбилеем, Ясаровна! Можно мы вас обнимем? Вы наши хорошие, как мы вас любим, как мы вас ценим. Телефон разрывается от поздравительных звонков и сообщений. С самого утра присылают открытки. Свое уважение выказал и мэр Казани Ильсур Медшин. От мэра города Казани, от Ильсура Алисовича Медшина. Во! Здорово! Здорово! Спасибо большое, огромное спасибо. Так приятно. Поздравления от Ильсура Медшина не случайны. В 2003 году именно он предложил Гусейне Миасаровне должность начальника управления социальной защиты. За ее плечами большое медицинское прошлое. Карьера началась с новорожденных. Галсерин Ямалеева долгие годы работала неонатологом в роддоме. Затем пришлось переквалифицироваться в окулиста. 10 лет в роли руководителя бюро медико-социальной экспертизы. Причем все это время она не забывала про свою семью. У меня замечательная дочь. У меня замечательный зять. У меня отличные, просто чудесные детки, внуки. Вот, к сожалению, они вот в Казань переезжают совсем скоро. Я останусь одна здесь. Но отчаиваться не будем. Казань совсем рядом. Будем ездить, приезжать. Но я намерена еще работать. Потому что я не чувствую, что... У меня уже такой пенсионный возраст, я хочу работать. Без работы я просто зачахну. Чтобы Галсерин Миасаровна работала и дальше, хотят все. И коллеги, и простые жители. В честь ее дня рождения одна нижнекамская пенсионерка даже написала стихи. В истории республики есть важные мгновения. Рождение президента и ваше день рождения. Пришла весна сюда опять, природа возрождается. И даже в ваши 60 жизнь только начинается. Вот я просто поистину почувствовала, что вот как я сама людей вот всех люблю. И оказывается, меня тоже так немножечко уважают и любят. Мне это очень приятно. А сотрудники управления соцзащиты подготовили специальный сюрприз. К этому дню они готовились больше 2 месяцев. Сегодня приготовили очень много сюрпризов для Галсерин Миасаровны. К нам придут артисты, которые выступят и станцуют перед ней. Мы споем песню, мы прочитаем оду, которая посвящена именно Галсерин Миасаровне. И главный наш сюрприз – вот этот торт «Жемчужина». Это символизирует характер Галсерин Миасаровны. С ее приходом в управление социальной защиты все кардинально изменилось. Статус она подняла, управление социальной защиты. К нам люди поменяли отношения. Они знают, что управление социальной защиты является помощниками, всегда поддержит людей, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Алсу Арсланова, Ренат Харасов, новости НТР.